Обещанного по закону ждут несколько лет. Жители дома 2129 Замеликесья не могут заселиться в соципотечные квартиры. Сроки переносили неоднократно. В первый раз паковать чемоданы и готовиться к переезду они начали еще летом прошлого года. После будущие новоселы мечтали отметить Новый год в своих квартирах. Последняя дата – февраль текущего года. Но челнинцам вновь пришла тревожная весть. Заселение откладывается. Гузель Ахмадуллина в 2012 году выиграла возможность купить квартиру по программе соципотеки. Прошло 5 лет, но своего жилья у женщины до сих пор нет. За это время она успела стать многодетной мамой. У Гузель Ахмадуллиной 3 дочки. Мы живем в маленькой двухкомнатной квартире. 9 человек нас там прописано. В таких тесных условиях, что никак не можем дождаться квартиры. Еще дело в том, что вот за эти 5 лет квартира уже сколько подорожала. Вот еще хотела сказать, что взяли и в этом году примерно на 500 тысяч подняли стоимость нашей квартиры. Заселение в дом 2129 в Замеликесье ждут еще 142 семьи. Все они надеялись стать собственниками квартиры еще летом 2016-го, но надежды не оправдались. Сначала нам обещали в августе сдать, потом обещали в октябре сдать, потом сказали 20 декабря сдадут обязательно уже до Нового года, потом сказали, может, в январе, теперь в феврале и в марте дают, потому что уже терпения ни у кого не хватает. Нам ответили то, что заселение уже переносится на март, сказали, ориентироваться на мартовские праздники. Вот как бы пока так и получается то, что пытаемся поужинать в своих квартирах, а как бы ГЖФ пока дает только завтраки. И эти завтраки обходятся недешево. Люди вынуждены снимать квартиры, либо ютиться с родственниками. Некоторые проживают в малосемейках, или как семья Шайхиевых, в общежитии. И здесь проблема не только в нехватке квадратных метров. Там лифт отключили, не хотят делать. Конечно, у них ни сыновей, никто там не живет, поэтому и лифт не включают. Никакого лифта, ничего не... удобства, естественно, нет. Каждый день приходится вот с этим ребенком вот так на себе таскать. Утром, вечером, днем по 4, по 5 раз на 10 этаж. Вот. Это уже мы больше года без лифта так живем в ожидании. Вот, поэтому каждый день ждем. Ожидание длиной в несколько лет должно закончиться уже в следующем месяце. Сроки сдачи объектов переносили из-за отсутствия сети теплоснабжения в трех башнях 21-го микрорайона. В ноябре завершили строительные работы, а в середине декабря в дома подали тепло. По информации, указанной на сайте застройщика компании «Домкор», заселение намечено на конец февраля. Но окончательное решение примет Госжилфонд совместно с исполкомом города и управляющей компанией. Эльмира Гайнудинова, Ильнар Мустафин, Челны-24.